Алинка. Привет. Как я рад тебя видеть. Меня или деньги? Тебя, конечно. Слушай, а удалось деньги-то снять? Да удалось. Знаешь, мне как-то неудобно перед Япом. Да ладно. Что-нибудь придумаю, если спросит. Все? Знаешь, я больше не могла снять, больше не было на счету. Спасибо тебе. Ты одна меня и выручаешь. Да ладно. Ну так как, пойдем, погуляем, пройдемся, зайдем к тебе. Ой, извини, пожалуйста. Сегодня не получится. В другой раз, окей? Я сейчас прямо хозяйке могу деньги отдать за квартиру. А потом что-то надо в одно место. Тоже у меня там должочек небольшой. Ну, надо наконец отдать, это неудобно перед знакомыми. Понятно. Наш красавец весь в долгах. Ну что ж, иди расплачивайся. Созвонимся.